Тут все очевидно. Доброе. Совершенство требует напряжения. Быть самим собой среди посторонних легче, чем среди друзей. Вы не общались с Джексоном? Нет. По закону я вправе тебя убить! Я вообще не такой! Это не мое. Убийца был в маске с лицом жертвы и стремился обнародовать секретную информацию. Джексон Пейс взял у жизни тайм-аут. Надеюсь, брат в раю поет фейерболом. Захотелось умереть. Никак не пойму, почему прикончили Джексона? Это тайна. Будь осторожен, в этом городке полно психов. Знаете... Я сбила автостопщика и бросила его тело в океан. Черт, тут кто-то в маске с лицом Родриго! Вы такие, какие вы есть. У вас нет тайн. Нельзя будет ничего скрыть. Макани! Я знаю, кто ты. Что за игру ты тут затеял? Ты решил, будто ты что-то знаешь? Но не знаешь ни хрена! Ты знаешь мою тайну. Убийца. У него маска с моим лицом, и он силой заставляет записывать гадости, угрожать.